Дорогие друзья, за долгие годы я убедился, что есть только один способ нормально провести день рождения. День вообще довольно грустный. Это встретиться с максимальным количеством людей и попытаться вспомнить, что ты за этот год сделал. Поэтому мы каждый день рождения устраиваем такой творческий вечер и вспоминаем те стихи, которые я за этот год написал, равно как и те, которые я написал за годы предыдущие. Это позволяет мне как-то справляться с чувством бессмысленности жизни, ну, а остальным – самым долгим вечером и самым коротким днем в декабре.